Так, забежали, купили дочке матрас. Такие вот магазинчики здесь при отеле. Тут вот всякие. Ну, это нормально. В каждом отеле есть такие магазинчики сувенирные. Так, обещал сейчас сразу накачать его. Так что, он сам будет его накачивать или что? А, вон у него есть. О, сразу накачай, не надо дуть. Что-то не лопнулся. Лагданакей, 1 евро. Тетилена. Короче, лагданакей, тетиле. Ладно, пойдемте отсюда. Пойдем на море. Роман, что, не пускает? На пляж? На пляж. Так, ребята, обед. 2 часа у нас. Прячусь в тени. Актуально у нас показывает 44 градуса. Блин. В обед пока еще мне лежать, вернее, с детьми вообще нежелательно, так как можно очень сильно сгореть, и потом весь отпуск будет, короче, не принесет никакого удовольствия отпуску. Но все же многим не мешает такая жара, все равно находиться в бассейне, купаться и все такое. Я вот даже здесь в теньке стою, и мне как-то припекает. Чуть солнышко светит, вот видите. Ну, все, что, как говорится, хорошо, лучше, чем сейчас у нас в Германии. Дождь идет. Я когда уезжал, мне еще коллеги говорили, а уедешь, будет у нас хорошая погода. Мне кажется, у нас в этом году в Германии хорошей погоды не будет. Так что я здесь, наверное, сейчас наснимаю вот эти вот 12 дней. И потом я буду просто летом смотреть эти видосы и вспоминать, какая хорошая погода была в Турции. Так, ребята, наш отпуск продолжается. Сейчас мы просто уйдем еще раз в лобби, будем сидеть там, попивать коктейльчики. Потом щеглы проснутся, и мы, наверное, опять на бассейн. Утром мы сегодня были на часик, где-то забежали на море, на пляж, покупались в соленой воде. Я хотел понырять, но не получилось. Может быть, вечером схожу понырять. Вроде бы еще были планы здесь сходить на базар. Если пойдем на базар, поснимаю на базаре. Если нет, то будем здесь снимать пляж, солнце, воду. Может, лепешки покушать. Кстати, я до сих пор еще лепешки не кушал. Вчера такая очередь была. Тут две бабульки лепешки пекут. А, вкусные, обалденные. Покажу вам. Ладно, я пошел в лобби. Что-то мне уже припекает. Посидим, попьем коктейльчики. Так, ребята. Вот, взяли мы с дочерью себе по коктейльчику. Сейчас вмажем 1-2 партии шахмат. И потом уже, наверное, Андрюха проснется и пойдем купаться, да? Там уже солнышко чуть сяет. Будет, может быть, не так уж жарко. Может, не 40. И на большую горку. А, у нас дочь еще хочет на большую горку. Вот там я тебя сниму, когда ты будешь на видео сниму, когда ты будешь кататься, да? Папа, наверное, тоже прокатится. Так что ждем большой горки. Так, ребята, я знаю, такое не делают, но я все-таки сниму общественный туалет. Вот, это такой вот одна комната. Конечно же, мужской, не женский. Здесь вторая комната. Короче, обоссаться можно здесь всем. Но если, короче, приспичило по-конкретному, заходим сюда, включаем свет. Свет. Экономщики. Вторая комната. Поехали, работаем. Так, кто тащится по унитазам? Най. Нет. Я, конечно, прикалываюсь, просто хотел показать чистоту, потому что в том году, когда я был, меня много кто писал, да, мне много кто писал, что турки грязные во всем. Ребята, видите, чистота. Поехали.
Так, ребята, если будете в этом отеле, обязательно попробуйте запеканку, картошку. Они ее запекают, алюфоли, по-немецки, по-русски я не знаю, как это будет. Засыпают сыром, потом ты можешь себе здесь соусом насыпать, все это размельчить, получается очень вкусно. Да, все, мы будем кушать эту вкусную картошку, так что, если будете здесь, обязательно попробуйте. Так, ребята, я обещал дочке прокатиться на этой горке. Теперь надо держать обещание, так что, дочь, давай, пойдем. Я боюсь сам. Так, что, на перегонки? А что-то боюсь, может, не поедем? Ну, поедем все равно. Вот ты, помните, не знаешь? Как будет это? Готово? Готово? Это бешеная, я обжегся, блин. Хотел затормозить, и вот это вот бешеная. Теперь, наверное, ожог у меня такой синий. Что, еще раз, что ли? Скорее бы она закрылась. Так, ребята, добрый вечер. Так, вот мы опять наедине. Опять мы находимся здесь у нас в лобби. Как вам картинка? Все, потихоньку тело привыкает к отпуску. И я ощущаю, вот сегодня я уже вечером какой-то убитый. По идее ничего не делал, только вот плавал и, можно сказать, только бездельничал сегодня. Все равно устаёшь. Кушал, спал, лежал. Ну ничего. Ладно, ребята, были пару комментариев. Кстати, у меня другая рубашка. Кто написал, что стильная рубашка, привет из 70-х. Мне такие рубашки пестрые нравятся, мне как-то так, не знаю. Так оно и есть. Люблю выделяться из толпы. Вот так. Как говорится, если по-другому не можешь, тогда рубашка. Ладно. Да, сегодня у нас ничего такого интересного не было. Хотели, вернее, брат моей жены хочет в город все-таки съездить, а погода пока мне не позволяет, потому что 44 градуса – это полнейшая жопа. Конечно, ребята, извиняюсь, те, кто смотрит меня в Германии, конечно, это соль на рану, когда я говорю 44 градуса, жопа конкретная, потому что я знаю, в Германии, даже в том городе, где я сейчас живу, идут дожди, и нету этого лета. Блин, мои огурцы, они точно все сдохнут. Ладно, не к теме. Ну и да, и по такой погоде выезжать в город, это не реально. Я предлагал, здесь у нас при отеле есть базарчик, если еще туда сходить, там пошариться. Мне, честно говоря, в Турции ничего не надо, я в основном для себя ничего не покупаю. Так, сувениры для соседей, для знакомых. Кто что попросит, то привезу. В этот раз, правда, никто сигареты не спрашивал купить. Так в основном всегда, если еду, всегда спрашивают сигареты привезти. Ну да, иначе где-то в Германии можно по такой же цене, наверное, достать. Или как? Я не в курсе, я не курю, так что мне все равно. Ну вот. Может быть, в дальнейшем, да, съездим в город, поснимаем. Кстати, сегодня мы выходили чуть-чуть гулять вечером. Ну, буквально у нас прогулка была 20 минут. Мы рванули по променаду, там по пляжу после ужина. Пришлось это все, как говорится, закрутить, завернуть, потому что вечером вылазит вся мошкара, комары, и начали детей кусать. Мы развернулись, пошли обратно. Посмотрим. Ну, потом чуть карусели туда-сюда. Да, комментарии. Да, по поводу цены, я не знаю, мы заказывали нашу путевку, мне кажется, полгода заранее, какие сейчас цены. Кто-то писал, что можно за 430 с чем-то, сейчас точно не помню, тоже съездить в Турцию. Может быть, но зависит, что вы ожидаете от этих денег.
Но я не знаю, сколько звезд в отеле будет, какой сервис и все такое. Вы не подумайте, что я сейчас сижу, понтуюсь или что, но просто мне нравится, когда все по-полному, что если в Турции, я считаю, если хорошо хочешь отдохнуть, то отель должен быть пятизвездочный. Уже если ниже 5 звезд, то надо себя где-то ущемлять чем-то, как говорится. Ну, не знаю. Что насчет этого отеля? Ну, мы вот здесь второй раз в этом отеле. Посоветовать я его могу. Если кто-то здесь не был в этом отеле, то можете ехать, как говорится, спокойно. Вам понравится здесь. Я вот второй раз. Третий раз я сюда не приеду. Почему? Не в том дело, что мне здесь не нравится. Просто я здесь уже все знаю. Скажем, когда первый раз в отель ты приезжаешь или на новое место, вот этот вот, как говорится, как это по-русски будет? Ну, по-немецки это кик, как говорится, что там за углом, или, скажем, ходишь, вот узнаешь, а что там, а что здесь, а здесь это можно, там это. Я уже все знаю, где что можно, что нельзя, где можно посидеть хорошо, где можно выпить. Да, кстати, сегодня пью Гарри Поттера. Ну, это ясно, черт возьми. 4, я уже говорил, 4 безалкогольные коктейли, остальное все с алкоголем. Ну, основная публика здесь, которая употребляет алкоголь, ну, это ясно. И как вся карта напитков сориентирована на алкоголь. Скажем, карты здесь нету. Скажем, для тех, кто любитель выпить алкоголя, здесь даже порядком нормально. И винишко можно, и вот так вот посидеть вечером и винишко, и всякие ликеры, коктейли, ну и все такое. Вот это что хорошо. Да, ну вот по поводу этого, как путевка, кому как, чего как. Во-первых, мне нравится, чтобы отель был рядышком возле моря, чтобы мне не надо было пилить куда-то или пешком еще идти. Потому что я вот, у нас отель большой, и мы получили комнату чуть сбоку, чтобы, как говорится, от этого всего хали-гали ничего не, как говорится, не слышать. У нас отель сбоку, и у меня балкон, он не с видом на море, а такая, как бы, такой бы как бы переулок. Я вот утром, если выхожу на балкон с пацаном, ему нравится на балконе сидеть. Кстати, завтра, если что, вам покажу нашу комнату. И я вижу, как люди в других отелях, ну ладно, без разницы, сумками пешком топают до пляжа. Например, мне вот это не... Ну, я так не хочу. Я, если хочу ехать в отпуск, я хочу, чтобы было все под носом, все, как говорится, чуть ли чтобы жопу не вытирали. Ну, да, вот такие вот дела насчет отпуска. Что еще за комментарии были? Ну да, то, что в Германии погода плохая, это не новость. Да, вот, мой смарт-трёп, я не знаю, так, на этом я сейчас прекращусь. Сейчас еще попью, это я вырежу сейчас. Кстати, сейчас сижу один пока, все делают свои дела. Жена укладывает детишек спать. Я сказал, я пойду чуть-чуть запишу видео как раз, чтобы никому не мешал. Может, еще кто подтянется, посидим еще, поболтаем, может, в картишки поиграем. Да. Ну и вот, ну все, ребята, что еще, сильно так не расскажешь ничего. Так что давайте пишем комментарии. Ну и смотрим и ждем следующих видосов. Ладно, ребята, привет с Турции. С вами был Володя. И не забывайте под видео ставить лайки. Да? Этим вы показываете, что вам нравится этот видос. И то, что я делаю, делается не зазря. Вот так вот. Ну и все. Посмотрим, что будет у нас завтра. Все, всем пока.